Всем привет, уважаемые друзья! В данном видео я хотел бы вас ознакомить с интересным проектом, который называется Global Car Token. Мы будем вместе разбираться, что это за проект и какие у него есть интересные преимущества. Global Car Token был создан для заботы о людях в будущем. Он определяется как токен NPO, поскольку его целью является сеть, объединяющая НПО, несправедливые организации. Также сеть, объединяющая организации из различных областей, национальных, международных и местных, оказывая поддержку их действия. Проект заботится о самых обездоленных людях посредством действий, выбранных владельцами. Также проект заботится о людях посредством статических наград. Проект заботится, принимая меры по защите окружающей среды, в том числе сокращая выбросы плохих газов. Global Car поощряет хранение и сокращение общего количества токенов в течение времени, создавая при этом повышенный спрос на служебный токен за счет разработки высокофункциональной и стимулирующей пожертвований, а также формирование партнерских отношений для содействия более широкому распространению. Также оказывают большую помощь в поддержке действий НПО, входящих в сеть. Эти функции помогают делать планету чистее, а людей лучше. Давайте ознакомимся с сайтом проекта и узнаем его интересные преимущества. Токен NGOT. Токен вознаграждает хорошие действия. Открытие для себя новый способ получения прибыли помогает другим. Можно подписываться на социальные сети, чтобы общаться с комьюнити проекта. Также можно ознакомиться с видео, которое приготовил сам проект для нас. Рекомендую ознакомиться, чтобы знать все возможности проекта. Далее у нас предоставлена информация о токеномике проекта. 5% уходит на распределение всех держателей. 5% уходит на распределение благотворительности и организации. 1% будет уходить в автоматический пул ликвидности. И 1% будет уходить на маркетинг, тем самым регулярно продвигая и развивая свои функции. Также будет происходить сжигание токенов, тем самым увеличивая цену токена и его потенциал. 5% токена сжигается при достижении 500 держателей. 10% будет сжигаться при достижении 1000 держателей. 15% будет сжигаться при достижении 1500, 20 при 2000, 25 при 2500 держателей. 50% будет сжигаться при достижении 5000 держателей. До достижения 50% общего объема. Сейчас у нас уже достигло 1400 держателей, еще 100 адресов и будет 1500, и будет следующее сжигание, тем самым будет увеличиваться токен и его цена. 15% будет скоро сжигаться. Далее общее распределение поставок, это изначально 1 миллиард токенов, текущее 900 миллионов, в будущем будет 1 миллиард. Также есть командный кошелек, есть кошелек НПО, заблокированный кошелек для сжигания. Все в прямом доступе изучайте. Благотворительность и проект заботится о людях, которые нуждаются в помощи. Все доказательства предоставлены на сайте и изучайте. Все там показано. Далее можно заниматься фармингом, получать пассивный доход, сажать деревья. Также команда проекта перспективная и актуальная. У нее большой опыт
в работе, они знают, что делают. Есть английский, испанский, китайский. White paper изучайте, чтобы быть в курсе всех событий. Как купить токен, все очень просто, покажем. Можно также присоединяться. Можно присоединяться к социальным сетям, изучать возможности и использовать все преимущества проекта. Сам токен продается на PancakeSwap. За один токен BNB мы можем приобрести 2 474 тысячи токенов. Покупать токен очень просто. Присоединяется к Connect кошельку и покупается. Цена сейчас хорошая. Сейчас хорошая скидка для покупки. Скидка у нас сейчас примерно 70-80%. Хорошая скидка для приобретения. В будущем, в прошлом точнее, был такие же ситуации, когда токен падал, а потом отскакивал на хорошую прибыль. Поэтому очень хорошая возможность для приобретения токена проектом. Вот такой вот интересный проект. Если будут вопросы, всегда задавайте. Спасибо за внимание. Всем до новых встреч.